Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро – это тема нашей сегодняшней программы. Какие у вас возникают ассоциации при слове «утро»? Если оно ассоциируется с желанием отлежаться в постели в попытке сохранить ускользающие минутки сна, а также с беготней, раздражением и отсутствием завтрака, это программа для вас. Можно ли каждое утро сделать добрым? Точных рецептов, конечно, никто не даст, но все-таки стоит прислушаться к некоторым советам. Первый принцип хорошего утра – это планирование. Утром каждая минута стоит в разы дороже, чем любое другое время суток. Поэтому, чтобы его сберечь, постарайтесь заранее подготовить все, что можно – сумку, одежду. Заранее стоит обдумать и ваш завтрак. С точки зрения диетологов, идеальный завтрак – это цельные злаки, фрукты и никакого кофеина. Поговорим с вами о кофеине. Кофеин – это наркотическое вещество. Регулярное употребление даже одной чашки в день кофе или чая, оно вызывает зависимость. То есть состояние, когда человеку требуется это вещество для того, чтобы чувствовать себя более-менее нормально. Сегодня это количество считается вообще, ну, почти ничто. Потому что на сегодняшний день говорится, что, скажем, 3 чашки в день кофе – это умеренное употребление. Умеренное употребление, в то время как одна чашка даже уже вызывает зависимость. Следующее – это употребляющие кофе, более вообще кофеин, содержащие напитки, более склонны к употреблению других видов наркотиков. Это, кстати, очень хорошо видно, во-первых, на детях, и, во-вторых, это видно на людях, которые пытаются оставить какую-то привычку. Например, человек пытается бросить пить или курить. Если он оставляет в своей жизни вот это, кофеин, то ему сложно будет удержаться, потому что кофеин, он ослабляет волю, он ослабляет контроль. Давайте мы с вами дальше посмотрим, какими эффектами еще обладает кофеин. Во-первых, он является стимулятором нервной системы. Он хорошо изображает иллюзии. Иллюзии того, что он дает радость жизни и полноценное такое восприятие жизни. Но учитывая то, что это сильный вообще-то стимулятор, хотя мы привыкли к нему. И он применяется обычно тогда, когда на самом деле человеку нужен отдых, а не вот такое вот стимулирование. Получается, что человек получает перевозбуждение, гиперстимуляцию. И в этих условиях организму работать тяжелее становится. Дальше. Сужают сосуды головного мозга. Кровоснабжение мозга, оно может ухудшаться из-за этого. Препятствуют нормальной работе нейротрансмиттеров. Что такое нейротрансмиттеры? Это вещества, которые необходимы для передачи сигнала от клетки к клетке в нервной системе. И под действием кофеина нарушается вот эта вот работа. Кофеин обладает влиянием не только на мозг, но и на другие системы нашего организма. В частности, он повышает выделение соляной кислоты, то есть увеличивает кислотность в желудке. И, наконец, ослабляется пищеводный сфинктер. Пищеводный сфинктер – это мышца, которая находится при входе в желудок. То есть, по идее, вот когда мы проглотили пищу, она должна закрыться, и там должно начаться переваривание. Но кофеин ослабляет этот сфинктер и создает условия для заброса желудочного сока в пищевод. Изжога человека начинается после этого. Еще какие эффекты есть у кофеина? Увеличивает частоту сердцебиений. То есть он фактически повышает нагрузку на сердце, повышает артериальное давление. Вот, кстати, этот момент очень часто используется как лечебный фактор. Да? Иногда даже человек не знает, как по-другому можно повысить давление. И он говорит, ну я же не могу жить без кофеина, он же мне давление повышает. Но, друзья, есть другие способы для повышения давления. Если мы используем для этого кофеин, то мы попадаем в зависимость от него. Увеличивает уровень жирных кислот и холестерина в крови и повышает свертываемость в крови. То есть фактически он повышает риск тромбирования, риск тромбоза, образование вот таких вот тромбиков, которые могут закупоривать мелкие сосуды. То есть повышаем риск ухудшения кровоснабжения мозга и сердца особенно.
Употребление 5 чашек кофе в день увеличивает риск инфаркта миокарда на 300%. В 3 раза, то есть. В 3 раза повышается риск. Риск рака мочевого пузыря повышается в 2 раза при употреблении 2 и более чашек кофе в день. 2 и более. То есть это умеренное употребление. Умеренное употребление кофеина. И уже риск рака мочевого пузыря повышается в 2 раза. У кофеина, как у любого наркотического вещества, есть симптомы, которые возникают у человека при отмене этого вещества. Очень часто мы это наблюдаем, когда к нам приезжают такие люди, которые привыкли много пить кофе или чая. У них буквально ломка начинается. И что бывает? Головная боль, раздражительность, вялость, бессонница или сонливость, боли в желудке, тошнота, усталость. Человек ломает. Ломает 2 дня, 3 дня, пока этот кофеин не выйдет из организма. Но дольше намного остается психологическая зависимость. То есть человеку хочется употреблять это вещество, ну как типичный наркотик. Просто степень выражена меньше. Меньше и не так ярко. И мы просто привыкаем к этому. Еще какие эффекты оказывает кофеин? Он влияет на неродившийся плод, на неродившегося ребенка влияет. И есть данные, которые показывают, что организм матери, он обезвреживает кофеин за 5-6 часов. Но представьте себе, если женщина беременна, то у плода в крови кофеин циркулирует более 80 часов. Это больше 3 суток он там находится. И все это время он оказывает свое воздействие. Мозг развивающегося ребенка, он только-только формируется. И на его мозг кофеин оказывает намного более сильное действие, чем это происходит у взрослого человека. Поэтому и дольше, и сильнее идет действие. Кофеин повреждает хромосомы, обладает таким воздействием, и он повышает риск, во-первых, врожденных дефектов, и, во-вторых, вследствие этих дефектов повышается риск выкидышей и преждевременных родов. В одном из институтов, где это проводилось исследование, брали пауков, которые плетут очень паутину, такую красивую паутину. И для выявления того, как действует кофеин на них, им вводили его в расчете, рассчитали дозу, как если бы человек выпил 2 чашки кофе. Паук был, ну, вначале он такой, знаете, активный. Я думаю, что он так бегал очень бодро, когда плел свою паутину. Но что получилось после вот такой вот дозы? Паутина приобрела вот такой вот вид. И только через 96 часов, через четверо суток потребовалось, чтобы паук в себя пришел. И снова начал плести нормальную паутину. То есть это просто пример вещества, которое обладает сильным влиянием на мозг. Сильным влиянием на мозг. Всеми этими эффектами кофеин обладает. Это не значит, что мы выпили одну чашку, и вот все, мы получили вот такой вот эффект. Но если мы это делаем регулярно, если мы это делаем постоянно, как правило, мы не останавливаемся на одной чашке раз в месяц. Да? Мы, если пьем, так уж пьем как положено. И все это обладает вот таким вот сильным достаточно эффектом. Можно было бы еще сказать другие моменты, но пока мы остановимся на этом. Второй принцип доброго утра – это хорошее пробуждение. Попробуйте сменить обычный звонок будильника на музыкальный. Мелодия будильника должна вызывать улыбку, возможно, какие-то воспоминания и компенсировать стресс от раннего подъема. Вы проснулись, но еще не встали? Можно позволить себе полежать еще несколько минут. Это будет не только приятно, но и полезно, если в это время вы попробуете распланировать свой день. Несколько вопросов помогут навести порядок в мыслях. Что сегодня нужно сделать? Какое из дел самое важное? Что ждет сегодня меня приятного? Один известный и мудрый философ сказал: «Для человека, у которого нет цели, ни один ветер не будет попутным». Именно поэтому каждое утро стоит обдумать свои цели. Следующая наша цель – взбодриться. Многим в этом помогает контрастный душ. А если хватит смелости прямо в ванной спеть свою любимую песню, гарантированно улыбка не будет сходить с вашего лица несколько часов. Еще об одном проверенном способе получить утром дополнительный заряд энергии пойдет речь в следующей рубрике. Thank you.
Пшеница была известна уже в Древнем Египте, и уже тогда египтяне обладали технологиями очищения муки. К счастью, этот процесс был очень дорогостоящим, поэтому только элита могла позволить себе такую разрушительную порчу пищи. При отсеивании отрубей теряется оболочка и зародыш зерна, а ведь именно там сконцентрирована основная часть биологически активных веществ. Все любят румяные пышные булочки из муки высшего сорта. Но какими бы аппетитными они нам ни казались, наш организм расценивает иначе. Чем грубее и ниже сорт муки, тем больше в ней полезных веществ. Наибольшую пользу могут принести цельные зерна, особенно если их предварительно прорастить. Но делать это надо правильно. Ростки пшеницы не должны превышать 3 мм. Зерно – это дремлющий организм. В нем все готово, чтобы дать силы для быстрого роста растения. Когда зерно начинает прорастать, содержание витаминов и аминокислот в нем достигает максимума. Затем ценность растений начинает снижаться. Правильно пророщенная пшеница – это кладезь веществ, необходимых для сохранения здоровья и красоты. Ученые считают пшеничные проростки почти идеальным продуктом. Они прекрасно усваиваются и помогают организму восстанавливаться. Пророщенная пшеница активизирует наши внутренние защитные силы. Зерно не лечит какую-то определенную болезнь, оно оздоравливает и омолаживает весь организм. Пророщенное зерно особенно ценится своей способностью справляться с воспалительными процессами. Поэтому такая помощь особенно важна в послеоперационный период. Оно не только способствует заживлению ран, но и помогает организму бороться с миомами, фибромами и опухолями. Конечно, нельзя забывать, что проростки – это все-таки не лекарство, а дополнительная помощь в лечении. Но все-таки это очень эффективное средство для поддержания здоровья. Зерна пшеницы обогащают кровь кислородом и очищают ее от шлаков. При этом повышается выносливость организма к холоду, что особенно актуально зимними и осенними днями. Недавно ученым стало известно, что проростки пшеницы – великолепные мусорщики. Они разбирают опасные завалы в организме, обеспечивая ему природную чистоту. Клетчатка зерен под действием пищеварительных соков разбухает и начинает впитывать в себя токсины. Таким образом, вредные вещества, естественно, выводятся из организма. Но из-за избытка неперевариваемой клетчатки пророщенные зерна пшеницы нельзя есть при язве желудка. Пророщенная пшеница нормализует микрофлору кишечника, помогая ей приблизиться к тому изначальному состоянию, которое бывает в кишечнике ребенка. Издавна известно, что пророщенная пшеница помогает не только чувствовать себя хорошо, но и хорошо выглядеть. Известно, что Елизавета II на завтрак баловала себя печеньем из проросшей пшеницы, дабы сохранить молодость и упругость кожи. Кашицу из размолотой пшеницы можно использовать и наружно, как маску для лица, смешав ее с другими компонентами. Но эффект от употребления внутрь будет более долгосрочным, ведь кожа – это зеркало здоровья организма. Пророщенная пшеница поможет сохранить стройность. Если перед едой съесть ложечку-другую пророщенной пшеницы, то насыщение придет очень быстро. Это поможет не переедать даже во время застолий. А еще такая добавка к рациону делает ногти более крепкими и препятствует выпадению волос, восстанавливая их цвет и природную густоту. Всего 12 дней достаточно, чтобы увидеть положительные изменения в своем здоровье.
Вы можете есть проростки отдельно или вместе с другими продуктами, добавлять в салаты или на бутерброды. Придумайте тот вариант, который будет нравиться вам и вашим близким. И пусть удовольствие приносит вам пользу. Между прочим, зерновые – это часть райского рациона. То немногое, что известно нам о жизни первых людей. Может быть, поэтому семена, особенно в естественном живом виде, обладают таким удивительным оздоравливающим эффектом. Это касается не только проростков пшеницы. Очень хвалят пользу пророщенной ржи, зеленой гречихи, фасоли маш. Лучше всего покупать семена для прорастания в аптеке, а фасоль маш – в продуктовом магазине. Ну а мы вернемся к нашей теме. Что еще можно сделать, чтобы утро стало добрым? Попробуйте утром включить бодрую, поднимающую настроение музыку. Это не помешает утренним делам. А еще лучше использовать музыку, чтобы сделать утреннюю зарядку. Откройте окно, чтобы было достаточно кислорода. Убедитесь, что одежда не стесняет движений. Давно доказано, что гормон счастья вырабатывается во время физической активности. Проверить это на собственном опыте вы можете прямо сейчас. Дорогие телезрители, сейчас я хочу вам показать комплекс упражнений для утренней гимнастики. Он рассчитан на разные группы мышц. Вы можете использовать его полностью, либо взять для себя какие-то некоторые понравившиеся вам упражнения. Итак, первое упражнение для мышц шеи. Исходное положение – руки вдоль тела. И делаем наклоны головы вперед, назад, вправо и влево на 4 счета. Итак, начали. 1, 2, 3, 4. Назад. 1, 2, 3, 4. Вправо. Старайтесь делать эти упражнения медленно, без резких движений. Вы должны почувствовать, как тянутся мышцы шеи. Их нужно немножко разогреть. Хорошо. Следующее упражнение. Руки вытянуты впереди, в замочек. И мы делаем повороты головы вправо и влево. И также старайтесь максимально отвести голову вправо и задержались. Исходное положение. Теперь влево. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Вытягиваем шею вперед, назад, вправо. Опять назад, влево, назад. Эти упражнения нужно повторять 8-10 раз. Следующее упражнение делаем на плечи. Плечи подняли, опустили. Подняли, опустили. А теперь подняли плечи и застыли. Зажали плечами шею. Расслабились. Как можно выше поднимайте плечи и зажали. Напряглись. И расслабились. Хорошо. А теперь будем делать круговые движения плечами. На 4 счета. Вперед. 1, 2, 3, 4. Вверх поднимаем. Вперед. Вниз. Исходное положение. Старайтесь, чтобы амплитуда движений была максимальной. И тщательно выполняйте это упражнение. То же самое назад. На 4 счета. Вверх. Назад. Вниз. Исходное. Круг. Как можно больше делайте круг. Хорошо. Теперь руки к плечам и опять круговые движения, но только поочередно. Вперед. Несколько раз. И назад то же самое. Хорошо. Следующее упражнение. Руки параллельно полу и тянемся за одной рукой, при этом ладошку поднимаем вверх. Потянулись за рукой. И застыли. Исходное положение. В другую сторону. Потянули за рукой, за ладошкой. И на 20 секунд застыли. Исходное положение. Хорошо.
Следующее упражнение. Заводим руку назад, при этом другой рукой мы помогаем как можно дальше завести руку и достать лопатку этой руки. Надавливаем на локоток и разогреваем мышцы плеча. Потянули, потянули. Теперь другая рука. Надавливаем на локоточек и растягиваем эту мышцу. Хорошо. Следующее упражнение, я думаю, многим знакомо. Руки согнуты в локтях и делаем рывки руками на два счета. Раз, два, три, четыре. А теперь с поворотом. Раз, два, поворот. Еще раз. В другую сторону. Хорошо. Теперь одна рука вверх, другая вниз. Руки сжаты в кулачки и делаем рывки руками на два счета. Раз, два, три, четыре. А теперь на один. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Теперь сделаем наклоны вправо и влево. При этом одна рука на поясе, другая поднята вверх. Наклон в одну сторону. И рука тянется. Почувствуйте, что у вас растягиваются мышцы вот этой стороны. Хорошо. Теперь в другую сторону. И потянулись за рукой, потянулись. Хорошо. Теперь другое упражнение с наклонами. Наклон вперед, потом к одной ноге, к другой. И прогнулись, и подпираем ладошками поясничку. Итак, начали. Вперед наклон, к одной ноге, к другой. И прогнулись. Хорошо. Следующее упражнение. Ноги чуть шире поставили. Проследите, чтобы стопы у вас были параллельно. Руки в замочек и отведены назад. Будем приседать сначала на одну, потом на другую ногу. И приседаем на одну ногу, попружинили. На другую ногу. При этом руки отведены. Хорошо. А теперь стопы выравниваем в одну линию. Руки в замочек подняты вверх, и мы вытягиваем спину, и при этом делаем также приседание на одну ногу. Следите, чтобы пятка у вас не отрывалась от пола, тогда будет правильная работа мышц. Поворот и в другую сторону. Хорошо. Следующее упражнение – это из разряда суставной гимнастики. Руки вперед, сжали в кулачки и вращаем кулачками в одну сторону. То же самое, делайте это упражнение тщательно, его не нужно делать быстро. Старайтесь, чтобы круг был большой, в другую сторону. Если вам больно, то делайте это упражнение с контролем боли, так, чтобы не было сильных болей. Хорошо. Теперь мы разогреваем локтевые суставы. Руки согнуты в локте и вращаем к себе 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. Хорошо. А теперь несколько упражнений суставной гимнастики для ног. Нога согнута в колени и вращаем в голеностопе. То же самое. 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. Помните, что здесь важна, как вы тщательно делаете это упражнение. То же самое с другой ногой. В одну сторону вращаем и в другую сторону. А теперь на коленный сустав. Если вам трудно, то вы можете за что-то держаться, за стенку или за стульчик. Поднимаем ногу в колени и рисуем кружочек. Также, если у вас болит коленный сустав, то вы можете поменьше. То есть упражнение делается под контролем боли. То же самое с другой ногой. Теперь поработает тазобедренный сустав. Ногу, согнутую в колени, поднимаем вперед и в сторону. Вперед и отвели максимально. Другая нога вперед и в сторону. Таким образом мы даем определенную нагрузку на тазобедренный сустав и укрепляем его. Хорошо, и закончим мы этот комплекс упражнений упражнением на дыхание. Делаем глубокий вдох и выдох. Вдох, расправили грудную клетку и выдох. Вот такой простой комплекс для утренней гимнастики.
Я думаю, что эти простые упражнения вам легко запомнятся. Удачи и будьте здоровы! Мы зарядили бодростью свой организм, но человек – это не только тело. Человеческий дух тоже требует подзарядки. Для этого миллионы людей по всему миру от нескольких минут до нескольких часов тратят на утреннюю молитву. Для утренней молитвы не надо заучивать сложные тексты. Просто подумайте, как много дал вам Бог всего, и поблагодарите Его за это. Подумайте о людях, которых вы любите, и попросите им добра в этом дне. А если у вас есть что-то, что вас сильно беспокоит, то попросите Бога взять ситуацию под свой контроль и снимите с себя бремя беспокойства. Как в семени скрывается все будущее растения или дерева с его каждым листочком, так в утренних часах скрывается потенциал целого дня. Единственного в своем роде, он больше никогда не повторится. Утро – это детство дня, и от того, как его проведешь, будет зависеть весь день. Жизнь прекрасна и полна приключений. Ради нее стоит вылезти утром из-под одеяла. В ваших руках сделать утро добрым, по крайней мере, стоит попробовать. Счастливого вам, плодотворного и доброго утра!